Этот день начинался, как и многие другие. Видновчане шли с детьми на утренний прием к детским врачам. Ожидание своей очереди, коляски, все как всегда. Только вот поведение охранника нестандартное. На втором этаже в игровой зоне произошло возгорание. Красные флажки – это и есть пламя. Условия учебного пожара усложнили еще больше. У нас, по легенде, пожарная сигнализация не работает. В рупор объявили, что у нас пожар в здании. Вывели детей, родителей. Если дети к учениям отнеслись с пониманием, то некоторые родители тренироваться не захотели. На выход еще одежду надо брать. Что за балаган вообще? По словам МЧСовцев, подобная реакция некоторых граждан случается во время любых учений. Как правило, такие люди становятся невидимыми. На объектах проведения учений бывают ситуации, когда либо технологический процесс нельзя остановить, либо мы же можем пойти на встречу в данной ситуации, когда человек записался на прием к врачу, приехал издалека. В рамках учений мы считали, что их нет. После эвакуации в здание проникают две группы пожарных. Условен только пожар, все остальное настоящее. И кислородные баллоны, и пожарные рукава, которые группы тянут к месту возгорания. И специальное боевое обмундирование. Ведь средняя температура пожара в помещении свыше 1000 градусов. Поэтому эти ребята настоящий спецназ. И как и любые специальные подразделения, они всегда должны быть в форме. Физической подготовкой занимаемся, физическими нагрузками, как всеобщими, так специально пожарными, пожарно-строевая подготовка. Бегаем с лестницами, вяжем веревки, 100-метровку с рукавами, со стволами. То есть вы всегда в форме? Обязаны. Всегда в форме, всегда готовы. Пока расчет Александра устранял очаг возгорания, другая группа эвакуировала потерявшего сознание человека. По легенде, он отравился угарным газом в первые минуты. Пока за его жизнь борются медики, другие расчеты тянут пожарные рукава на крышу. Кровля – самая легковоспламеняющаяся часть здания. Где бы ни происходил пожар, ее берут под контроль первой. В конце учения обязательное подведение итогов. Сегодня не все прошло гладко. Шероховатости там при прокладке линии, при там работе постового на посту безопасности ГЗС. Это уже рабочий момент. По словам опытных борцов со стихией, шероховатости и рабочие моменты на таких масштабных учениях бывают всегда. Ведь задействовали пожарных со всего Подмосковья. Объект является с массовым пребыванием людей, лечебным учреждением, поэтому силы и средства привлекались по рангу пожара номер два. Это пожарные не только города Видное, но и Домодедово, Люберцы, Подольск. За учение пожарные получили положительную оценку. К слову, в МЧС их всего две. Либо положительная, либо отрицательная. Михаил Решетов, Николай Карбанов, Сергей Ларин, Видное ТВ.